Здорово, пацаны, начинаем влог. Тут Женек, ваш любимый, короче. Сказал, ваш любимый. Неужели тебя геи смотрят? Че за Че за подстава? Короче, блин, начинаем влог и едем в Иснарву. Заедем в раздолбанное здание какое-то недостроенное, снимем трешачок на второй канал. Ну вот, собственно, я уже готов почти. Вот, ну все, увидимся там. Сидим, ждем уже минут 20, блин, запарило. Женек, запарил. Хейтеры, здорово! Я опять в кадре! Я знаю, что вам это не нравится, но, честно говоря, нам пофигу. Наконец-то мы дождались автобуса, вон он едет. Димон, встречай нас. Женек первый раз на автобусе ездит. Скажи что-нибудь по этому поводу. Сука, боюсь. Что, пол автобуса на меня как на смотрело. Что, блядь, за дикарь на автобусе никогда это, не ездит. Это норма. Куда нам идти теперь? Туда. А, вот Димон пришел, точно забыл вам показать его. Привет, Димон. Ну здорово, пацаны! Пришел я в автобусе. Да, он, ну типа, пришел в автобусе. Сейчас мы идем, короче, на заброшенную какую-то, что там, порт или что, я не знаю, на самом деле. Будем камни воровать и снимем, короче, трешак. Смотрите на втором моем канале. Вот это поворот, пацаны! Тут забор у нас идет. Я думал, тут просто здание стоит, а тут забор, блин. Вот, что ты думаешь, пролезем? Сейчас током. Офига ты четкий. Сейчас порвешь себе все. Чертами уже зацепилось. Не, мне это не жалко, я в одежде Антонио, поэтому мне пофиг. Блин, пацаны, я, короче, застрял в этих фигнях, я не могу вылезти. Это жесть просто. Черт, я сейчас, короче, порву. Смотри, слышь, Димон, давай с той стороны ему отцепи штанину. У него на одной зацепилось. У него на одной зацепилось. Штаны. Мне кажется, он ему попу ковырять сейчас будет. Я просто не вижу, где там зацепилось. А-а-а! Твою мать, тебя порвал, да, все штаны? Да нет, так, чуть-чуть. Гребаный Ничего карась. Страшного. Ха-ха, навстречу приключениям. Вот такое вот тут здание. Не знаю, есть ли тут лестница. Нам нужно на крышу залезть. А может, вон там есть, в том здании? Смотри, подмыть, смотри. А, тут стекол еще дофигища просто. Жестко. Заброшенный порт какой-то, рыболовный, что-то фигня какая-то там. Ну да, что-то завод или порт, непонятно, что тут было. Да, тут, походу, лестницы нет. А, есть лестница? Ништячок. О, есть лестница, идеально вообще. Какая тут вообще для карликов, походу. Лестница или что? Ну смотри. А. Блин. Что-то тут жестяк какой-то. А еще лестница есть? Не нашли мы в этом здании лестницу, он на самый верх, на крышу, поэтому пойдем в другое здание. Вот в то рядом, которое. Пасет, блядь. Ага, Гулька, смотри, наблюдает за нами. Блин, пойдем, столько хлама ночью. Просто. Жестко. Бля, я бы на самом деле, короче, купил, я смотрел на ютубе видео, эти металлоискатели ходят. По всяким полям. Бля, такие они там. Это, кстати, тема. Я видел, многие люди в реках искали и золото находили. Чувак на $1 000 000 нашел. Короче, нашли мы место. Вот тут, блин, не получилось, конечно, на крышу залезть. Вот такая вот темка. Снимать здесь будем. И увидите, короче, на втором канале. Должно быть прикольно. Смотрите, какой вид красивый. Пум-пум-пум. Идем за Моррисом. Пострадавший. Скинули его с 4-го этажа, короче. Сейчас вот идем собирать. Да, Димон его хлестанул, короче, так. Шинканул его немножечко с левой. Левая рабочая. Вот надо забрать его теперь.
такие тут. Я на самом деле здесь первый раз. Такое очень, очень интересное место. Наверное, надо будет потом как-нибудь здесь клипачок какой-нибудь снять свой. Тоже какой-нибудь трэшовый такой. Ну вот, друзья, сняли мой видос в этом прекрасном месте. Должно очень круто получиться, как по мне, блин, очень классно. Так что смотрите на втором канале. Ссылка будет в описании. Иду, иду. Давай, иду, братишки, догоняю. Теперь остался один интересный вопрос, как перелезть обратно. Потому что у меня больше штанов нет, а у меня голые ноги. Блин. Вот так надо лазить. Ну, сейчас что-нибудь замутим, короче. Еще, короче, два пацана должны прийти, но что-то их нету, блин. Так что будем ждать. А пока мы ходим по прикольному месту, да, Женек? Идем на пристань, пацаны пришли. Теперь нас много. Банда. Отряд Дельта. Че, как водичка, Женек? Да вода теплая. Серьезно? Да. Женек думает, плавать или нет. Давайте ставьте лайк, короче, он тогда поплывет. Да, за, плаваем за лайки, ребят. Рыба вся плавает на поверхности. Да, это колюшки маленькие. Ну так это же рыба. Так колюшек тоже есть можно. Че, Женек прыгает, короче, давайте, больше лайков. Так а че-то, давай с разбегу. Женьку холодно стало, он передумал прыгать. Не ставьте лайки. Похавать, короче, захотелось, идем хаваем. Все с едой. Вкусно. Да, пойдем туда. А вот и море. Угу. Ты мороженое так взял? Угу. Неправильно. Это норма. Подъехали, хаваем. Пейте квас, ребята, за место кока-колы. Мы постоянно везде жрем, качки же. Вы что качки? Самое... Нет. Они... Трещи какие-то. Ты качок? Посмотри, посмотри на этих мы парней. Покажи кадр этих парней. Они говорят, что у я него геймер. Три яйца, короче, в его портфеле, а у него банан, у него. Че он несет? Они так и сказали. Ты из-за кваса, пейте кока-колу. Он сказал, что у него три яйца, а это сказал, что его и банан у него. У кого? Че, я что-то не так сказал, что у кого-то из вас банана нет? Вот этот вот кентавр, он себя назвал кентавром. Он сказал, что ебаный банан у него. Ебаный. Не мог так сказать, это был я. Сейчас, короче, пожрем и тренить будем. Там вон мешок. Хороший мешок. Смотрите на море. И на кентавра. Дрыщ какой-то. Смотрите, какие руки черные у кентавра. Кентавр. Просто жесть. А, у Димона точно так же, блин. Да, у Димона тоже, блин. Рабочий называется. Димон, ты тоже кентавр. Мы работаем, нахуй. Че, будем заниматься с мешком-то, нет? Да, конечно, будем. Лови мешок. Нет, что-нибудь придумаем. А че ты никакую лопатку не брал? Я когда начал видео твое смотреть... Как ты руками наполняешь этот песок? Да, не-не, там просто, если просто вот так по песку вести, будет наполняться. Там просто песок такой был, ну, приплюснутый, было сложно отдирать его. А так нормально будет. Сейчас посмотрим. Димон сейчас сальтуху покажет. Ничего не покажет. Да, он умеет сальтуху делать. Я чуть-чуть умею. Ну, я тоже чуть-чуть умею. Ну вот, нормально. А если я так сделаю, то я воткнусь в песок головой. Я ж Антонио, блин. Давай. Оп! Опа, от души вообще. От души душевно в душу. Че, давайте набивать мешки мешками. Вот так вот, ребята, кто не работает, тот ест. Посмотрите на этих парней. Заставил их тут мешки набивать песком, короче. Мне он нам не платит, ребята. Сижу, да, в рабство взял этих пацанов, дрищей. Помогите нам, пожалуйста. Да, 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 да. Че, помогите, давай набирай, набивай песком мешки. Ну как у тебя успехи, кентавр? Я тебе сейчас по лицу дам. Может, не только. Ты сам сказал, что ты кентавр, так что давай набивай пески. 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 Пески мешками набивай. У Андрея что-то не выходит, да, Андрюха? А что, набить эту сучку не надо? Я же делал. Ну я не полные набивал. Где-то, ну, оставалось вот столько в каждом.
Бомба! Бум! Просто... Земля сотрясается. Скажи несколько слов. Как ты пришел к тому, что тебе нужно продавать крыжовник? Короче, это на самом деле топ-план. Во-первых, крыжовник это сейчас актуально. На бирже мемов он это забирает много лайков. Я говорю, он дружко шоу насмотрелся. Теперь мы, короче, это будем бомжить. Короче, ты решил хайпануть немножечко, да? Да, хайпить на крыжовнике это топ. Так близко, он тяжелый. Не да, не это, да? Становую тягу делай. Бля, че, не поднимешь? Я ж калистеник, ну ты че? Кто? Калистеник. Тебе потом это название, это название какого-то лекарства, что ли? Это болезнь, ёпта. Это одну, две, вытащить точно. Ну да. Это твоя судьба. Сука. Че, Женек, сможешь на плечи закинуть? Себе? Да. Не знаю, могу тебе на плечи кинуть. Давай, ну да. Ну что, груши. Как вот сейчас? Ну вот так поднять, да. Опа, не получается. Можем сзади тебе подать. В спину, на голову, да. Вот это самое идеальное, да, что можно делать, когда там набито 60 килограмм. Давайте битку покачаем. Берем. Ха-ча-ча. 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 Дневник хача. Вали его на бок, ломаем. Он сам себя сейчас увалит. Вот так научился делать. Тю, тю, тю. Это процесс подготовки к подходу называется. Бери ручки. Где ручка? Нашел? Нашел. Сейчас Димон будет показывать. Бля, как бы не сломалось. У него же игра сегодня. Давай. 4 по 15. Оп. А как, нормально? Ну да, все-таки. На технику, ребят, внимания сейчас не обращаем. Просто приседаем. Главное, чтобы приседать. Мы на пляже. Погода хорошая. Море стоит, наблюдает. Так, 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 так. Как тебя называют? Ой, иди в жопу, задолбал. Ну-ка, ну-ка скажи, как тебя называют? Давай, барыга крыжовником. Скажи, как тебя называют? А? Скажи, что как тебя делаешь? Называют и чем ты занимаешься? Разрушитель миров! И ответь людям на самый главный вопрос. Почему твои руки коричневые, а тело белое? Бля, мы работаем. Че, полетели? Не покладая рук. Так. Так, что делать будем? Мне теперь закинь. В данный момент... Давай. Арчо Моррис пытается подготовиться к подходу. Так, ассистенты подают ему сумку. Погоди, сейчас люди сзади идут, сейчас убьешь, блин. Безжалостный. Блин, у меня плечо сейчас сгорит. Ребят, обязательно качайте ноги. Как бы, где бы вы ни находились, ноги это ваш фундамент. Вот так вот. Следующий. Вот так вот. Калистеник пытается сделать ноги. Я не знаю, калистеник, неврастеник. Это одно и то же или как это? Где вторая ручка? Пониже. Итак, вот он. Ух, нелегкое это дело, ребят. Да. Блин, не говно. Ты был прав. Ты был прав. Вот так вот. Начать надо. Вот, вот, ребята. Вот такие были. Ой, бля. Турники и брусья, это, конечно, хорошо. Но ходите вы на ногах, а не на руках. Поэтому посмотрите на этого парня. И если вы не хотите быть как он, вот у вас может быть любая спортивная сумка, набитая песком, камнями, гвоздями, отвертками и даже гайками. Гвоздями самое крутое. Да. Давай, утри нос своему другу. Бля. Идем. Давай, не спеши. Оп, положили.
Перехватись удобно второй рукой. Ты спину прямо выгни, куда ты ее согнул, бля? Как тебе надо прямо встать? Вы бы для начала спросили у пацана, он вообще приседать умеет, хотя бы без веса. Он же тоже там неврастенник или калистенник, кто он? Мне... О, падает. Давай, братишка, мы в тебя верим. Давай, да помогите ему просто присесть. Давай, приседай. Не, не надо, не надо. Блин, это писец. А, не выкладывай это. Сразу видно, ребята, короче, никогда не занимались на ноги. Да. Подготовка к подходу. Опа, хорошо. Да это вообще фигня еще. Да это фигня, 60 килограмм всего. Блин. Во-во. Все нормально. Все? Нормально. Ты сейчас воду всю не выпьешь. Делает вторую попытку. Ща, я не могу взять сумку. Посмотрим, кто сильнее, сумка или же кентавр. Все, бля. Все, вам всем. Смотрите, как калистеник. Видать, крыжовник у него очень заряженный. Что-то он туда подмешивает, непонятно. Вдруг он сдохнет. Давай, Димон. Вот это пошла отжимание, пошли. Плюс 60 кг. Еще один. Хорош! Да, ну, кстати. Нормально? Ну да, неплохо. Как не, ощущения? Тетям бы надуло? За лифаном побежишь уже в магазин? У тебя какие-то вопросы, я не могу просто. Провокационные постоянно. Попозже схожу, да? Нельзя так. Тебя это напрягает? Да всех напрягает. Значит, тебе есть что скрывать. Готов? Погнали. Мы, если что, не держим, мы просто поддерживаем. Вдруг не задавил. Поддержите его морально, как Сити Флетчер, кричите. Давай! Нормально? Да, 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 так, так и надо, видишь, он сразу еще два повтора сделал. Братишка пытается свой вес отжать. Опа, красавчик. Больше, собственно. Давай. Еще? Он тоже этот неврастенник или шизофреник. Так. Все? Неврастенник, шизофреник. Ну а как это? Колесенник или что там? Во, дальше. Колесовщик, кружовник. Кружовник, да. Давай, сейчас Морис. Морис делает бибу. Морис, у тебя такие вены, как будто ты стероиды жрешь. Так он так и накачался, что ты думаешь? Дома, да? Угу. 100% будут комментарии, сидит у там ничего не делает. Неправильно отжимается. Да, да, да. Как? Короче, мне куда-то вес на жопу положили. Я больше жопу держал. Видите, какая эффективная штука. Можно помимо сисек сразу еще и жопу прокачать. Идем трогать воду. Джигурда! Че, прыгать будешь? А чё? Я тоже так умел когда-то. Ну не сейчас уже, я старый, блин. А ты можешь сальто сделать? Нет. Или зажал свой сфинктральный клитор? Или как там? Или как там? О, смотрите, короче. Я в тот раз сюда наступил, в кроссовках, блин. Я думал, что это просто такой твердый песок, блин, мокрый. А это оказалась какашка. Ну, не какашка, а какая-то, я не знаю. Нефть. Нефть, блин. Тина, да. Ну и нефть, может быть. Все возможно. Ты что, не мужик? Давай по какашкам иди. Только настоящий мужик. Давайте, кто не пройдет по какашкам, тот не мужик. Бля. Готовы? Я пошел. Я мужик, они нет. Фу, твою мать! Там такое говнище! Фу! Там такое дерьмо!
Там просто же, блин, и вода очень холодная, прям жесть. Я обговнялся. Потому что прыгать начал. Жесть! Вода такая холодная. Это так холодно, жесть. Женек еще купаться хотел. Короче, очень холодная вода, прям. Дичь как... можно. Да, купаться, блин. Еще, нет, еще кстати, месяца через два только, я думаю. У нас же это яме той этой липовые. Там моржи купаются. Фу, вот это кал. Так, ну что, будь обратно всегда. Быстрее, блин, поэтому. Фу. Бля, а я фу. Не буду. Фу! Ой, твою мать, как это противно! Как это противно! Я как тёлка сейчас заорал. Сейчас подожди, я обратно. Ты обратно хочешь идти? Чё нашли-то? Да. О, так вот тут течет идеально вообще. Вот, вот она здесь. Сань, если ты смотришь это видео, короче, мы о тебе сейчас говорим. Говорим, типа, что ты специально на гей-парад пошел и куда-то. Да 100%, Саня, это ты просто так сказал, типа... Случайно занесло меня туда. Да. Сам пошел. Пацаны сказали, все. Да. Извиняй. Удачи тебе там в Англии, как бы, ну, бейсболку не забудь мне привезти вот такую. И не говори, что их там не продают, где-то там где черные. Главное, там, без радуги, а так все нормально. Главное, да, без радуги. Блин, у меня, короче, мозоль в хламину порвался. Чего? Мозоль порвался просто. Порвался? Больно, я да. Ты, да, как батя. Но я лучше. Батям здание. Я лучше. Вот инстаграм бати, короче. Дмитрий Сироткин. Заходите, подписывайтесь. Это батя. Давай, пацаны. У меня, короче, это все мозоль капец. И мне придется без ботинок идти. Блин, ты что, крутой? Он крутой. Смотрите, что он творит. Они, короче, яблоко делят, блин. Нифига ты даешь ключами. Просто как царь. Отобрали велики у пацанов, вот катаемся по Уснарве. Да, это чувство, когда у пацана, короче, там это, шипы на педали, а у тебя голые ноги, блин. Это так больно! Больно мне, больно! Курица, да больно! Жесть, короче, как бобо ходить по асфальту. Просто капец! Ну чё, здорово! Ну здорово, колесценники! Он выучил! Ну вот и все, мы уезжаем в Нарву снова. Поставьте лайк видосу, братцы, если не хотите чего-нибудь. Если там. Не хотите получить. Вот да! Лайк ставь, подписывайся на канал. Пока!